Самое нелюбимое время суток – это утро. Первые мысли, когда я встаю, это, наверное, Господи, опять то же самое. Потому что организм чувствует себя абсолютно разбитым. Пока ты не разогреешься, вот ты не сможешь чувствовать себя просто нормальным человеком. Балет – это действительно как какая-то зависимость от физической нагрузки, от того, что нужно постоянно себя преодолевать. Как только ты выходишь из дома, организм он сразу включается. Усталость, она уходит на второй план, и ты идешь в новый день. Чтобы настроиться для репетиции, для спектакля, нужно в первую очередь загреться, что я больше всего и не люблю. Первое, два партера, пятое, один партер поставь. Бывает, что нужно себя заставить, пересилить, сделать класс до конца, распрыгаться, если там такие сложные спектакли, как «Спартак», а у тебя репетиции там 12 часов, и тебе нужно сразу уже там выдавать какие-то прыжки, экспрессию. Так начинается каждый день Дениса Родькина, премьера Большого театра. А 10 лет назад блестящая карьера в главном театре страны могла привидеться ему разве что в самых дерзких мечтах. В его удачу тогда мало кто верил. Но он, выпускник хореографического училища «Гжель», все-таки решился прийти в Большой на просмотр. И меня поразили данные, какие были у мальчиков. То есть там парень стоял на высоченнейших полупальцах, крутил там по 5 пируэтов. Я думаю, что я здесь делаю вообще из народного ансамбля? Я стоял на боковом станке, и обзор для комиссии был очень минимальный. Думаю, выдаю в первую линию, как говорится, за спрос денег не берут. Я вышел, и меня там оставили. Вот я уже стоял при полном обзоре перед комиссией. Казалось бы, чего проще? Сделать шаг в первую линию. А если эта линия – Большой театр? А если конкуренты – выпускники знаменитых балетных академий Московской и Вагановской? Значит, этот шаг уже характер. А характер – это судьба. Телефонного звонка из Большого театра ему пришлось ждать целых 3 месяца. Ну, конечно, для меня это было что-то на грани фантастики. Я еще, помню, ездил отдыхать к бабушке в деревню. И с гордостью сказал своей бабушке, я говорю, вот видишь, я назвал баб Настя, видишь, баб Настя, я впервые в эту деревню посетил артист Большого театра. Я его на просмотре вообще не помню. Я просто спросил, я всегда спрашивал руководителя, я говорил, кто нам нужен, мальчики или девочки в этом году? Он мне говорил, высокие мальчики, все равно что для мебели. Ну, и я отметил, вот кто был высокий, более-менее ладненький, я, видимо, тоже отметил, но я его вообще не помню. Его взяли для мебели. Ни один балетный конкурс не обходится без хореографии. До конкурса молодых артистов балета оставались считанные минуты. И встреча за кулисами была совсем короткой. Николай Цискаридзе и Денис Родькин. Член жюри и ведущий. Учитель и ученик. Мы похожи, да? Скажите, на меня похож, ребят. Цветом волос, главное. И глаз. Это я, как говорю, про мебель, зато хорошая, дорогая итальянская. Видишь, как ты уже пальчиком на меня показываешь. Уже заслуженная артистка России Анна Никулина и лидер Большого театра России Это решение пойти в класс к Николаю Цискаридзе Денис принял сам, хотя и не сразу. Долго сомневался, переживал, да просто боялся. Он очень был строгий, как мне говорили, что он злой, что ни в коем случае нельзя ходить, ты тем более новенький, а еще и закончил училище, которое, в принципе, люди из этого училища в Большой театр никогда не попадали, он на тебе, так сказать, оторвется. Мальчик пришел один раз, второй раз, третий раз. Но когда одно и то же лицо зашло третий раз, я уже стал посматривать. Но фигурка хорошенькая, мордашка такая очень ладненькая. И, к сожалению, чудовищно выучен. Вот все неправильно и не оттуда. И просто, когда мы дошли до прыжков, он подпрыгнул, и я увидел, что очень легкий природный прыжок, достаточно редкий для этих габаритов. Тут началась пахота, и надо сказать, что ребенок проявил какое-то необыкновенное терпение. Уже через неделю после первого занятия Цискаридзе принес своему новому ученику диск с записью балета «Лебединое озеро», где сам танцевал злого гения, и коротко сказал: «Учи». И я говорю: а что, Николай Максимович, учить? Что-то, наверное, в кардебалете, да, какой-нибудь вальс там. Он говорит: нет, Адилию учи. Он говорит: принца, дурак, учи. И для меня это просто было, вот, я не знаю, это было вот все. Я был так... Мне тогда казалось, что я стою просто на вершине балетного искусства. И уже цель была даже не то, что там станцевать четверку вальса, а станцевать именно принца в конце года. В том же году Цискаридзе 2 месяца провел в Ванкувере, принимал участие в олимпийских торжествах. Когда он приехал, у меня было ощущение, что он забыл про меня. И мало на меня смотрел тогда, и я, если смотрел, постоянно ругался. Вот, как-то для меня это казалось, что, наверное, все. Я уже был расстроенный, шел домой, и он меня увидел на лестнице и сказал, что: ты знаешь, я так подумал, у тебя очень большой прыжок, у тебя хороший антрошассист, как он говорил, надо тебе станцевать «Голубую птицу». Репетиции партии «Волшебные птицы» в «Спящей красавице» были мучительные, изнуряющие, на выживание. Я помню, был такой момент, что я делал коду, и Николаю Максимовичу что-то не устраивало. Я эту коду сделал, ну, наверное, раз 26. И когда был уже 27 раз, а он взял такую как палку, для устрашения ее взял, что если еще раз не сделаешь, эта палка, он сказал, прилетит в тебя. Я помню 27 раз, и я понял, что все, мое тело просто отказывает. Невозможно одно и то же повторять несколько раз. И я говорю: все, я больше не могу. И тут он сказал: тогда ладно, все, стоп. А вот эту книгу на мое 20-летие подарил мой первый педагог в Большом театре Николай Цискаридзе. И так совпало, что это и был мой дебют в такой большой роли в партии «Голубой птицы». И вот Николай Максимович подписал мне эту книгу. «Дорогой Денис, сегодня твой дебют и первые плоды моих с тобой мучений». Вот. Ну, Николай Максимович всегда любил мне на какие-либо праздники подарить себя. Казалось бы, после дебюта в большой сольной роли, после полета «Голубой птицы», Денис должен был чувствовать себя окрыленным, как его сказочный персонаж, испытывать эйфорию успешного дебютанта, который танцует в одном спектакле со своим учителем. Нет, все было не так. И в итоге на спектакле я не очень был собой доволен, и мне казалось, что, опять же, моя карьера, наверное, к этому подойдет к концу, потому что свой первый шанс я не использовал. Пройдет не так много времени, и сам Юрий Николаевич Григорович, легенда мирового балета, выберет его на главную роль в своем «Спартаке». и будет помогать в работе над партией князя Курбского в «Иване Грозном». Через 3 месяца ко мне пришел на репетицию Юрий Николаевич. И сказал, что все очень плохо, я даже не знаю, что делать. Юрий Николаевич, он любит. Наверное, надо вас снимать. Я вижу, что его в глазах не какое-то злоба, что я не могу это сделать, и не какое-то разочарование. А наоборот, он тем самым меня подбадривал для того, чтобы было еще лучше. Я завелся, абсолютно завелся. И я стал еще больше работать, я начал уделять внимание каким-то деталям. Я начал уделять внимание каждому сантиметру своего тела, как я это говорю сейчас. Они репетировали сцену боя с татарами, повторяя ее раз за разом. И казалось уже, что это не бой князя с врагами, а настоящая битва артиста с самим собой, со своими страхами, сомнениями, болью. И, знаешь, когда он сказал там, я не знаю, какой 5-й или 10-й раз, давайте еще раз, я так на него смотрю, или вы устали, он сказал. Я говорю, нет. И я, значит, эту сцену боя собрался, прошел еще раз. Он всегда собирал труппу в конце прогона и говорил как будто какие-то замечания. Когда дело дошло до меня, он мне сказал такую странную вещь. Вот мне почему-то многие говорят, что вы ничего не можете, а вы можете все. И я в вас верю. И после этого я домой не шел, я летел просто. А впереди была заглавная роль в балете «Спартак». Роль, в которой когда-то в золотой век русского балета блистали Владимир Васильев и Михаил Лавровский. А вообще «Спартак» технически сложная роль. Здесь нет простых моментов. Я понял, что у меня «Спартак» не получится так, как вот у многих танцовщиков, которые танцевали до меня, потому что я немножко другой по природе. Вообще, некоторые говорят, что «Спартак» болгарином был. Очень высокий, длинноногий, худой. Один из педагогов-репетиторов даже прозвал Дениса рельсом. Впрочем, кто же знает, каким был гладиатор-бунтарь на самом деле? Ну, Денис абсолютно принц. Я с первой секунды не хотел, чтобы он готовил «Спартак». Я не принял этот спектакль, никогда не приму, и ему это говорю абсолютно честно. Хотя, когда он его готовил, я в этом участвовал. Но это не его дело абсолютно. Танцовщик Николай Цискаридзе и зритель Николай Цискаридзе – это две разные вещи. И зритель Николай Цискаридзе очень часто не любил танцовщика Николая Цискаридзе во многих ролях. Я к себе гораздо жестче относился, чем я отношусь к своим ученикам. Вы знаете, я пересмотрела всех «Спартаков», да еще и со всеми ими танцевала. И поверьте, что за последние годы это, наверное, для меня это самый лиричный, самый метущийся, ищущий. Его взаимоотношения с партнершей, они невероятно лиричные, нежные, с таким глубоким пониманием дуэтного состояния на сцене. Знаете, я потом уже сформулировал своего «Спартака», что я «Спартак» героически, но при этом с лирическим уклоном. Несмотря на его рост, несмотря на его длинные линии, а, как правило, знаете, физически бывает, вот когда высокого роста танцовщик, всегда техника хуже, чем у танцовщика более коренастого или, так сказать, среднего роста, потому что координационно это все сложнее. Нет, вы знаете, вот как-то смотришь на него, нет, у него такой мягкий, такой парящий прыжок. Как который впечатляет при его длиннотах, при его фактуре. Он дает такую широту и такой масштаб полета, что это то, что надо. Этот балет словно прочерчен особой сюжетной линией в его судьбе. И в этой истории есть даже мистика, в которую Денис никогда не верил. В ночь до спектакля приснился сон, что якобы я действительно повредил ногу. И я еще перед началом спектакля подумал, что, а может быть, это сон и вещи. Но думаю, нет, не стал зацикливать внимание на этом. Вот он, Новосибирский театр оперы и балета. Огромнейший театр. А вот я. Сцена вообще была, на самом деле, в Новосибирске очень хорошая, и там было удобно танцевать. Но здесь, конечно, дело не в сцене, а дело вот именно вот в течение обстоятельств, которые произошли. Галина Сергеевна, здравствуйте, можно к вам? Бой «Гладиатор», балет «Спартак». И во время прыжка мне шлем съезжает на глаза, и, собственно говоря, я оказываюсь в темноте. И все, после этого я ничего не вижу, и помню, что только какая-то резкая боль, и понимаю, что я просто дальше не то, что танцевать не могу, мне ходить уже больно. И я ушел за кулисы, потому что возможности продолжать спектакль не было, к сожалению. Первая мысль – это состояние ужаса, потому что ты понимаешь, что на тебя смотрят 2000 человек, и что ты дальше не можешь продолжать спектакль, и, конечно, такое отчаяние. И в этот 5 секунд кажется, что жизнь все, она закончена. Где у тебя сегодня болит? Ну, вот здесь в основном у меня болит, да, вот эта связка. Видимо, она больше всех травмирована была, и... Для обычного человека я, в принципе, уже здоров, себя чувствую, но для артиста балета мне еще предстоит полечиться, конечно. Еще у вас модные очки здесь. Мог ли он в детстве представить себе такое будущее? Конечно, нет. Мечталось ему совсем о другом. Каждое лето ездили к дедушке с бабушкой очень далеко в Красноярский край, причем поездом. Занимало это все время 4 суток. И вот мне всегда хотелось стать машинистом поезда Москва-Владивосток, и при этом, чтобы я не менялся ни с кем. Вот чтобы я все 7 дней, сколько туда ехать, вот чтобы я был машинистом. Когда ты приходишь в балетную школу, ты не сразу встаешь к станку, одеваешь балетки и делаешь понятные мне сейчас движения. А вначале ты лежишь на коврике, на шпагате, и разрабатываешь ноги, тебя растягивают. Вот. У меня особо не получалось это. Педагог во мне не видел, первый педагог, никакой перспективы. Когда мы приходили в зал, мы все лежали по уровню способности, как я это сейчас называю. В первой линии лежали люди, которые были суперспособностями, как мне казалось на тот момент. Во второй чуть похуже, а в третьей, ну, так себе. Я не относился ни к какой. И педагог, чтобы меня не видеть, всегда клала меня за спину. Вы знаете, у меня было тогда желание такое уйти поскорее из зала, чтобы туда никогда не возвращаться. Желательно, чтобы мама меня никогда сюда больше не приводила. Дело в том, что он получил по старанию один раз 3 с плюсом или 3. И мама ему сказала так: Денис, я что-то не понимаю, я тебя забираю вообще в простую школу, если ты стараешься на 3, то зачем ты в этой школе учишься? Вот с тех пор ребенок старался каждый день у всех педагогов, каждый день. По-моему, узнаваемый костюм. Да, это щелкунчик. Знаешь, это что? А, щелкунчик. Щелкунчик. Правильно. Я в нем танцевал? В нем. А еще вот в том танцевала. А можно померить? А налез я в него? Я захотел оказаться в первой линии, когда я уже был в 4 классе, потому что я уже втянулся в это дело. Мне нравился даже не народный танец, куда первоначально меня отдавала мама, а, наверное, все-таки классический балет. Почти, почти. Почти, нормально. Вначале захотел оказаться во второй линии, потом в первой, а потом уже захотел оказаться и в Большом театре. Ну, немножко с партнерством у него было плоховато. Все время у меня партнерша у него падала. И он все время ее обвинял. Ну, в общем, мы с тобой были не очень довольны, когда ты ее валял, и все время смотрел на себя в зеркало, все время хотел себя только увидеть. Дуэт со звездой – еще один шаг вперед. Шаг в первую линию. Вот, и красиво обидел. Ну, конечно, да. Вот, когда ты сам немножко голову откинул, вот это лучше, это гораздо лучше. Как-то вот так получилось. Очень яркая плеяда моих партнеров, потрясающих артистов, премьеров Большого театра постепенно заканчивали свою творческую деятельность. Вдруг в какой-то момент я почувствовала какое-то одиночество. Я думала, с кем же я, кого же пригласить на роль Хозе в спектакле «Кармен», который будет посвящен Ольге Николаевне Моисеевой. Однажды Светлана зашла в буфет Большого театра и увидела Дениса. Скажи ему, чтобы он ходил. Вот такой высокий, красивый, длинные волосы. Они у него так еще, он такой сидит грустный, такой какой-то печальный. Я так говорю, иди сюда. Так подошел. Я говорю... А, знаешь, есть такой балет, «Кармен», все это знаю. Я говорю, ты порядок знаешь? Буду знать. Как-то так он мне ответил. Я говорю, я сейчас уезжаю на гастроли, на свои. Через 2 недели я вернусь. Возможно, если у нас все получится, мы станцуем этот спектакль с тобой в Мариинском театре. Я каких-то там брал девочек, просто экспериментировал на них, чтобы потом не было никаких проблем. Вот. И когда она приехала, мы практически весь спектакль, ну, существенные куски этого спектакля прошли от начала и до конца. При этом никогда с ней вместе не танцевали. Я сам от себя такого не ожидал, что это возможно. Видимо, мое желание танцевать уже премьерские роли было очень важным для меня. Представляете, первый раз выйти со звездой на сцене Мариинского театра. Премьера, его премьера. Я думала, ну, сейчас будет его болтать, шатать, руки дрожать. Ну, думаю, я опытная, я его удержу. Нет, он меня держал, он меня... Мало того, он дал эмоцию, он дал какой-то свой образ, настроение. Ну, молодец какой. Что-то получилось сейчас низкое, 2 ноги так раскрылись. Просто очень резко так, раз, так вот. Тоже должно быть, ну, переходом таким, как же ты. Что на тот момент поиск партнера с достаточной долей целеустремленности, настоящей неподдельной романтики, чтобы играть большие чувства, такие спектакли, которые у них сейчас, для этого нужно чувствовать с ним контакт. Контакт наступил сразу, и работа очень быстро все задвигалась. Поэтому она стала брать его во все спектакли, и что, как показал, она не только не ошиблась, она просто и сама от этого очень загорается. Вот была травма у Дениса, и я выходила с другими партнерами. Вернулся Денис, и вот... Он берет меня за руку, все, и я чувствую, вот, наконец-то, это вот что-то свое, родное, к чему я привыкла, кому я могу полностью доверять, кому я могу не стесняться, свои эмоции выражать, и он тоже. Мы открыты. Когда мы на сцене, душа открыта, и я ему полностью доверяю. Для меня всегда самый радостный балет – эти финальные поклоны. Это в том случае, если спектакль прошел удачно, и все, что ты нарабатывал на репетициях, у тебя получилось. Для меня это самые радостные моменты. Ну, как ты приходишь домой, тебя сразу, как я это называю, размазывает просто по дивану. Иногда хочется доказать, что вот я смогу, я это преодолею. И, наверное, самое сложное в балете – это момент преодоления. и в первую очередь, наверное, вот какой-то боли. Пожалуй, это и есть формула успеха Дениса Родькина. Бесконечный труд, способность к преодолению, готовность сделать шаг вперед. А первая линия, как линия горизонта, какой бы путь ни был пройден, она всегда впереди.